У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради, чего нет золотой. Добрый вечер, дамы и господа. С вами Дэн. И я вас приветствую на второй трансляции в этом году. Вы слышите меня вот с этой гарнитурки. Отодвигаем этот белый... не знаю, как тебя назвать-то, оберег властелина. Oh my! Иван. Бомбомби. Бомбомби. Опорник Бэплента, Бэплент не отдаем. Но он сюда все равно бы пришел бы. 25 секунд, поэтому в любом случае. Так, 12-3 мы выигрываем. 16-6 статистика. Блин, я уже прям вошел в раш. Уже, знаешь, как это становится обыденностью. Да, мне пофигу! А, нет. Опа, 3 в 2, 2 в 3. Угу. Куда ты смотришь? Блин, у тебя плент нахрен. Оп, хорошо. Ой, красавчик. Блин, надо было этого убивать. Сейчас подразминирует нахрен. Вот, вот план хорошо. Знаете, что? Опа! Ой, побоялся до конца сидеть. Побоялся до конца сидеть. Yes! Good job, guys. Thanks for the game. Серебро давай! На, сюда, сюда, на! Сюда! Who is the daddy? Аптул серебро 2, как будто, блин, Global Elite взял. Оп. One ticket box, one city. Пофармил. Пофармил. И славил маслину, блин! Сети. Я не понимаю, как эта команда действует просто. Этот завис вообще. Ну ладно, хрен с ним, у него блоупинг. Я говорю, земля пуховиками. У нас одна бомба приходит, блядь. Где его вся команда? Где команда? Он, блядь, вышел на Б, у нас бомба. Кукуева. 10-5. Давайте скажу так. 10-5. В принципе, это можно вытащить, но сейчас нужно прям собраться, очень сильно собраться. Атаковать! Guys! Why the fuck are you сливаетесь так быстро? Помогите, блядь! GG, блядь, сейчас сказать. Но не получилось. Топовый фрагер, опять. Ну, я говорю, фраги бесполезны до тех пор, пока ваша команда не побеждает. Люблю, обожаю такой тип людей. Когда чел не чекает ни хера и убивает спину, он говорит, крысы. И правда, зачем чекать позиции, когда можно просто рашить вперед, когда глядят глаза. Люди на этом ранге, я, блядь, заставляю все больше, типа, реально ни звук не используют, в принципе, в игре. Ставят там, наверное, волюм 0, блин, и музыку включают себе чисто, и все, и играют. Мы с тобой, звездопад! Под неоновым дождем! Вот что это за позиция? Что ты делаешь порой? Блять. Ну, со стрельбой 7 килл, ладно, я уже вижу какой-то прогресс. Это меня уже радует. Но с мувментами еще... Какой-то полный пиздец по ощущениям стал. По ощущениям хуже стало, чем раньше. Вообще непонимание, вообще, что происходит, что делать. Так, там спалили пачку, Дэн стягивается. Слышал то, что разбили вент, и разбили причем нокдаунский вент. Все, ну инфа точно, что типа один в джангле. Блять, пачка у тебя в дефолте, зачем? Куда ты идешь? Все, вернись. Зачем? Зачем идти куда-то? У тебя пачка валяется в дефолте.
Эти дебилоиды сами на тебя пойдут по одному. Ой, блядь. Что ты? Ну куда ты? Ну что это за... Блин. У меня нет слов, блядь, кроме как мат, блядь, слова. Мне вот это тоже нравится, блядь. Когда чел начинает блеймить кого-то, кто-то там, блядь. Что вот из-за него, типа, этот тип сдох. И что у меня еще особо не горит? Жопа. Так, чуть-чуть подогревается. Бать, там, блядь, спрей нахуй сдегла. Все, займи позицию на тачку. Тебя чел смотрит шорт. Что, блин, делать я не могу понять. Он как бы, типа, играет закрыто, но как бы не закрыто, потому что, блядь, для себя нихуя не чекает. Я не могу, блядь, этого понять. Что убивать я не могу понять. Обычно, если ты убиваешь на своей респе... О, вот это весело. Так, а кто это сделал? На нахуй, бан. Блядь, дебилы. Прям блядский цирк какой-то. Неужели вот этот тип сейчас делает минус 3? Так, ну да, все. Победка. Бля, вы чё рофлите, блядь? Да. Ну, посмотрим на тире, что он сделает там. А каташник тоже позицию сел и вообще такой. Да, мне вообще похую. Блять, не чекать нихуя, блять. Тупо ультимативное оружие на серверах сесть, такие нычки, блять. Которые никто не будет чекать. Видит. А? На нахуй вырабатывает его. И сейчас его убьют. А нет, тип показал ступень. Дэн оформляет минус 3, неплохо. Ну, 2 в 4 ситуация. Слышит Бэхаус. Куда-то идет, зачем-то смотрит Бэхаус, когда шорт, сука, есть, блядь. Ну, ты стоишь на шорте, ты должен чекать шорт, блядь. Все, блядь. Ты должен, блядь, либо убить шорт, тогда выйти. То есть прочекать шорт, есть ли нет. Потому что, ну, блядь, у тебя главное. Оппонент твой на шорте находится, Бэхаус, да хуй бы с ним, блядь, ты можешь сюда, сука, встать, и он тебя не будет видеть спокойно. Да, жопа горит уже, все, начинает полыхать. Чел просто... Ну, засыть... Ну, нахуя, блядь, ты релоудишь, сука, 10 пуль, блядь. Блядь, ну ты же видишь жопу, ну что ты, блядь... такое, блять, просто что ты такое, блять, бегает, опять релоудит 11 пуль, блять, я его за такие релоуды, блять, выебу, блять, честное слово.